Вот некоторые даже не знают, как хорошие струны или не очень, как отличить нейлоновые струны, леска до леска, да, вроде. А вот я вам сейчас покажу, как. Смотрите, четвертая струна. На четвертой струне играем. Слушаем, как звучит. И потом на третьей струне играем. И слушаем переход между ними. Если мы ничего не слышим, у нас либо слуха нет, либо все в порядке. А если мы слышим, что не очень переход между струнами, значит, струны такие. Отстой называется.